празднуем замечательный праздник 8 марта. Это Пурим. Мы все знаем, что такое Пурим. Что нужно сделать обязательно в Пурим? Правильно. Отгонять зло, стучать, хлопать. Обязательно нужно напиться в праздник Пурим для того, чтобы не отличать вообще ничего вокруг себя. Но у нас сегодня с вами немножко другая программа. Мы не будем с вами напиваться, мы будем с вами танцевать. Танцевать и веселиться до упаду, потому что практически все еврейские праздники, они об одном. Это когда нас было очень мало, врагов было очень много, но мы их победили. Так давайте кушать и танцевать. Я хочу сейчас, мы будем много говорить и много поздравлять сегодня вас, но по нашей традиции я хочу пригласить Ронни, благодаря которому мы, собственно говоря, имеем возможность создавать всякие разные праздники. И он скажет несколько слов. Наш мужчина, приветствую. Привет, Оше. Это Мован. אנחנו איתכם, והרב היה כמובן מאחל לכם המון 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 בריאות ואושר. אני וגלית תמיד נהיה איתכם בראש ובראשונה. Первую очередь мы хотим пожелать всем большого счастья, крепкого здоровья, пожелать всем радостных праздников, веселых праздников. И мы с вами, весь персонал Абапущи, мы всегда с вами и к вашим услугам. Будьте счастливы и будьте здоровы. С праздником! Сегодня с нами находится и наш преподаватель танцев Сергей. Он пришел с нашей учительской партнершей. Дорогие друзья, я прошу вас приветствовать наших звезд. Это Сергей и Анастасия. Мы приглашаем вас и будем вместе с вами веселиться, танцевать и наслаждаться. Желаю, чтобы они оставались здоровыми, веселыми, жизнерадостными и продолжали организовывать наш быт и наше веселье. Вот сцену нашим танцорам, нашему тренеру по танцам Сергею и Анастасии. И, пожалуйста, только под громкие аплодисменты. Здравствуйте. Я знаю, что многие из вас хотели сегодня поучаствовать в уроке и потанцевать. Давайте мы сделаем, мы чуть-чуть потанцуем сзади, а потом все вместе потанцуем. А потом сделаем перерыв, опять немножко потанцуем мы, потом потанцуем все. Опять делаем перерыв. Да. Ну тогда первый танец, вы еще его не видели, он называется танец самбо. В море, в море, шли облака наивно, пальмы над головой, веяли как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно воск в руках моих. Мартянья, мартянья, где же ты, где? Волны ласкали, усталые и скалы. Мартянья, мартянья, где же ты, где? Только мы на воде. Переплетались тени женщины и мужчин. Порога на фидель, тело твое врачи. И в темноте сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу.
Хочу пожелать всем здоровья, счастья. Я хочу всех пригласить потанцевать медленный вальс. Вот, шаги простые, мы их уже несколько раз учили. Сейчас я напомню и попробуем уже. Всю чашу до дна
и спьем, но познаем любовь. Зови предрассветную даль, ты меня позови, зови. Которая вот сидит напротив меня, делает потрясающие репортажи, и зовут ее Галина. Давайте ей поаплодируем, давайте поздравим ее. Девочки, я сегодня специально для тебя, моя подруга, которую зовут Анна Годес, написала потрясающее стихотворение, посвященное женщинам. Я странная. Конечно же, я странная, дождями смыты детские мечты, но вопреки всему, как ладонку храню частичку детской простоты. Я разная, я думаю, я разная, нет грани, вижу серой пустоты. Кому-то я смешная и прекрасная, ну а кому-то ангел вечной тьмы. Я мудрая, скорее всего, я мудрая, не первый год хожу я по земле. Наверное, в сказках не придумали все то, что довелось увидеть мне. Я дерзкая, ну, может быть, я дерзкая, полжизни из-за страхов пропустив, однажды понимаешь, что нелепо же того бояться, что не можешь изменить. Я грешная, а как иначе грешная? Вся жизнь, она борьба добра со злом, и где же грань найти в душе мятежной, как Маяковский, плохо, хорошо. Я сильная, я знаю, что я сильная, быть может, не всегда того хочу, но если ветер будет путь порывистый, как Мэри Поппинс с зонтиком свечу. Я женщина, я все же просто женщина. Ни чужды мне, ни слабость, ни порог. Сегодня с ветром я повенчана, а завтра дьявол без оков.
Я пестрая, живая, многогранная, хорошая, плохая, как кому. За нелюбовь, как за любовь я благодарна. Прощаю, принимаю и люблю. Я счастлива, я так бесстыдно счастлива. Мой мир, как разноцветный чемодан, тащу его от станции до станции на зависть доморощенным богам. И бабочки воюют с тараканами, и черти могут омут бередить. Набью я счастье полные карманы и буду дальше жить. Любить, творить! Бабочка, с днем рождения, это для тебя! Спасибо, спасибо большое! Приглашаю сюда Галит. Вы все ее знаете. Прошу аплодисменты. Так как мы находимся в Израиле, я хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем марта. И должна сказать, что 8 марта в Израиле не праздновалось и никак не отмечалось. И с приездом большой Алии в 90-х годах, когда видели мужчин 8 марта, очень много мужчин, стоящих по улице, покупающих цветы, все спрашивали, что такое, что случилось, что у вас вообще происходит, что такое. А потом потихонечку начали этот праздник отмечать его и на уровне Кнессета тоже. Сегодня есть очень много предприятий, включая Амигур, к которому мы все относимся, которые отмечают праздник 8 марта. И нам, женщинам, в этот день дают возможность не работать весь рабочий день, а только часть, оплачивают полностью. И даже написали, что какие-то подарки приготовили. Вот этот вклад, один из моментов вклада, который принесла большая Алия. И еще с 90-х годов Алия из бывшего Советского Союза, сегодня из разных стран, Украины, России, Молдавии, Беларуси и так далее, и так далее. Доброе утро, женщина. Да, ты женщина. Помни, что ты женщина. Тебе не нужен особенный день для того, чтобы чувствовать себя особенной. И ты действительно особенная. Ты королева. Ты можешь любить. Ты трудолюбива, ты можешь властвовать, ты можешь переживать, ты умеешь ценить, ты умеешь любить, ты умеешь ненавидеть, и ты умеешь давать и отдавать. Ты особенная, и помни о том, что ты особенная каждый день. С праздником всех женщин! Спасибо огромное, Галина. Я приглашаю Сергея и Анастасию. Давайте поаплодируем и продолжим наш бал. Не бупа, се фармела нупела, сплэнди кому растела, quando vale con me. Sono blu come il mare, mi ci vuole truffare, quando vale con me. Se una cosa è dolce e graziosa, non posso dimenticare, di tutte le mente e del mio cuore, sta per sbagliare. Cara, se per me la più bella, splendi come una stella, quando balli con me. Thank you.
сильно далеко ми. Боже, сильні п'яни ще сорок, наш вовочек до ору, все ж ти стрінго, а ми. И в связи с этим мне хотелось сегодня вам предложить подборку. Так много девушек хороших, так много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит властяковый сон, когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждем, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Или поет сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, так хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, так хорошо на свете жить. Сердце, так хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. И каждое сомненье вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то друга был несчастье прошлым, и поступок этот сердце к вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше. Вспомните о них, и улыбка без сомнения вдруг коснется на ваших глаз. Их хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Спасибо, спасибо.
слияние, робость первого свидания, море нежности и ласки, расцветают страсти краски, и обласкано тобою сердце для любви открою. Такое еще стихотворение для всех влюбленных. От февраля до февраля кружится грешная земля. Все от шута до короля под звонкий хрохот хрусталя любой блудницу славит. От февраля до февраля поймать мечтая журавля идут влюбленные в поля, где миром сказочным руля любовь шалунья правит. От февраля до февраля мы нашу жизнь начнем с нуля, и алый парус корабля надеждой обожжет заря, любовь сердца ошпарит. Спасибо. Ну что ж, продолжим петь и танцевать о весне. И о любви. Где еще можно назначить свидание? Или на Абрикосовой, или на Юкатратной, а можно и в морском порту. Арктический порт, ночи простер, маяки с первой сетью светятся, тебе со мной и мне с тобой. Ты здесь порту интересно встретиться, тебе со мной и мне с тобой. Ты здесь порту интересно встретиться. Я не поэт, и не брюнет, и не герой, заявляюсь ради, но буду ждать и расставаться, если ты не придешь на свидание. Но буду ждать и расставаться, если ты не придешь на свидание. Шубин долна, рыбок луна, от слободки за дальние мельницы найдутся, да, но никогда это чувство к себе не изменится. Найдутся, да, но никогда это чувство к себе не изменится. Вот. Смотри, упадешь! Победы у кого-то солнце вверх, 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 что красотой ты пишешь буми, а и я иду тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственное на свете, королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь твоя. Красота среди как ты ушла мои мечты, ты милейся на свете, королева красоты. И танцуем. Как единственное на свете,
маленькую поставила. Маленькую не поставила. Я ее привезла из Италии. Так, девочки, давайте сначала снимем снимочек. Давай. Поближе, поближе, поближе. Снимочек. Улыбаемся, изображаем радость. Теперь со мной кто-нибудь, это самое, кто-нибудь. А что рост выстроили? Ну, кто-нибудь снимите, я сейчас встану. А, снимите. Вот на эту вот, на красную, на большую. А ты уже думала раздеваться, типа, с ростом, как кончится. Я же подругу хотела что снять. Да. Хотя вот, это видео идет. Я начала снимать. Слушай, хотела фотографию сделать. Фотографии, ну, ладно, без фотографии. Да. Еще две. Это же красивее, когда. Ну, конечно, такие красивые. А ты думаешь, что так стол поставить? Да, потому что не хватает. В прошлый раз вы учитесь. Девочки, а что это в маленькой бутылочке? Это ликер. Я же вам говорю. Это ликер. Мы сейчас разбавим. Ты что, ты будь бы домой с ликером? Это фисташковый ликер. О, подожди, сначала вот это. А что, это просто вино? Это вино, но ликер с вином. Да, ликер с вином. Да, я вот это чуть-чуть попробую. Да, но ваше мнение только чуть-чуть. На камеру вас. Ура! Еще раз. 8 марта поздравляю. С рождением, да. Всем здоровья, здоровья, счастья, любви. А меня с днем рождения. Еще раз. Для чего? Это рюмка.